Клуб Андрея Аршавина, лондонский Арсенал, не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче против мюнхенской Баварии канониры неожиданно выиграли со счетом 2-0. Первый мяч влетел в ворота немецкого клуба уже на третьей минуте, отличился Оливье Жиру. Этот гол, по признанию главного тренера Баварии, поломал команде план на игру. Мюнхенцы выглядели непривычно слабо, второй мяч пропустили лишь на 86-й минуте после удара Лорана Консильни. Большего Арсеналу добиться не удалось, и в четвертьфинал по сумме двух встреч вышла Бавария. Матч в Лондоне Арсенал проиграл со счетом 1-3.